Баба Вера, как всегда, с вами. Вот сегодня смотрю, мне рекомендуют посмотреть Дмитрия Маликова «Отпусти меня» и Витя Ака. О, ну и что? «Отпусти меня». И я вам предлагаю посмотреть. Мне рекомендуют, и я вам рекомендую. Давайте вместе посмотрим, куда он его отпустил. Ой, ванной. Это мода стала такая. Я тебя знаю. Больше в мире таких, таких не бывает. Дотянись до утра, вдох считая в минутах. Марина Кирилл. Отмеряя года, мы зачем, мы откуда? Столько надо успеть, слов так мало осталось, больше не зачем греть на ладонь. Отпусти, отпусти, у меня нету больше сил. Ты прости меня, больше не звони. Отпусти меня, как я тебя отпустил. Порвана сеть, порвана цепь наших надежд. Не быть как прежде, пересечен этот рубеж. Знаешь, давай оставим разговоры. Кто там из нас открыл этот ящик Пандоры? Пусть время залатает мои раны. Ведь я давно уже устал ходить на грани. Ведь я давно уже устал ходить по краю. Живу и умираю, люблю и сгораю. У нас все будет хорошо, родная. Мы оба аватары, но с разными мирами. Мне тоже нелегко принять этот сценарий. Но так будет лучше для нас, мы оба это знаем. Я прям не могу. Это к чему? Весь его послужной список, что ли? Все бывших собрал? Или как? Для чего это все? Ну, короче, не понял. Он такой вот, песни его душевные такие вот были. А теперь я не пойму. Песня мне понравилась. А вот видео не очень. К чему это все? Я не поняла.
Это ванная, это модная сейчас ванная, вот так. Вроде видела, к песне не подходит. Отпусти меня, это что? Загробастали все его бывшие. Ну, короче, я его не поняла. Он стал сниматься то с Хованским, то теперь вот с Витейка. Или это решил попиариться. Короче, видео не очень, а песня понравилась. Так что, пока-пока. До новых встреч. Okay.